You have one new message. Древнее Евангелие, поколению Google, поколению интернета и новых технологий, мы верим в то, что неизменно, вечное, древнее Евангелие должно прийти каждому поколению. Мы верим, что оно обязано захватить сердца твиттерославных, фейсбусятников, одноклассников седьмого дня и контактоликов. Мы верим, что Евангелие должно прийти к поколению интернета и новых технологий. Сердце под рождественской елкой. Сын дан нам, гласит рождественская песнь. Господь мог бы устроить нам праздник, положив под рождественскую ель шоколадку, мандаринку. Он мог бы дать нам коробочку конфет и каких-то радостей, но в ту рождественскую ночь Отец Небесный подарил нам Сына. Сын дан нам. Несколько лет назад со мной случилась странная история. Мой малыш, которому сегодня 4 годика, был совсем еще маленьким. И как-то в канун Рождества я взял его на ручки и носил по комнате. Ничего особенного. Обычная история. Батька наслаждается сынишкой на своих руках. Я бурчал что-то себе под нос и баюкал его. И вдруг в моем сердце, совершенно неожиданно и, как мне показалось, совсем не кстати, прозвучал один библейский стих. Его называют еще Евангелием в миниатюре. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Этот стих был очень не вовремя озвучен внутри меня. Я не читал Писание, я просто качал своего сына и наслаждался, держа его в своих руках, и вдруг услышал: Бог отдал сына. Я старался избегать этой мысли и как мог отвлекся, продолжая процедуру отцовского вот этого наслаждения. И вдруг это прозвучало второй раз. Бог отдал своего сына. И я чуть-чуть крепче прижал Семена к рукам, к своей груди, своими руками. И это опять прозвучало: Бог отдал своего сына. И это вновь и вновь звучало во мне, усиливая понимание того, что случилось в то Рождество. Наши дети – это наше сердце. Это самое большое, что есть у человека на земле. И Бог в то Рождество не просто отделался знаком внимания, не просто символическим праздничным даром. Он отдал своего единородного сына. Младенец дан нам, сын дан нам. Доллар 87 центов. Так начинается рассказ о Генри «Дары волхвов». Замечательная рождественская история, с которой мне хотелось бы провести некоторые аналогии сегодня. Доллар 87 центов. Это было все, что насчитала Делла. Большая часть этих денежек была скоплена по 1-2 цента. Она долго готовилась к Рождеству, собирая на подарок своему возлюбленному Джимми. Но набралось только доллар 87 центов. Они жили в 8-долларовой квартирке. Молодая семья, любящих друг друга людей. Мне хорошо понятно, что такое маленькая, скромная, дешевая квартирка. Мы с супругой когда-то смогли арендовать первую нашу квартиру спустя уже 10 месяцев семейной жизни.
И она была из 9 квадратных метров, вот что-то подобное. Маленькая квартирка у бедной семьи. Они готовились к Рождеству, и все, что она смогла насобирать на подарок своему возлюбленному, было $1.87. В поисках выхода, в поисках решения, как купить подарок своему драгоценному, своему супругу. Это прекрасная, прекрасная, любящая жена. Она подошла к зеркалу и вдруг посмотрела на свои роскошные волосы. У нее было достоинство, у Деллы было абсолютно очевидное достоинство. Это ее великолепные, роскошные каштановые волосы. Генри так описывает свойственной ему вот гениальностью. Он говорит о том, что если бы царица Савская жила в доме напротив, то Делла могла подходить к окну и, распуская свои волосы, вызывать зависть этой, этой знаменитой царственной персоны. Больше у нее ничего не было. И решение было принято мгновенно. Рождество было первым актом радостной для нас сцены и самой великой драмы в истории. Знаете, когда мы говорим о Рождестве, у нас всплывают только яркие, красивые, красочные картины. Но Рождество тот день было непростым событием. Когда Бог отдавал своего сына, он уже видел, что будет позже. В рождественской песне, в рождественском пророчестве звучат не только радостные нотки, но и боль. И тебе меч пронзит душу. Говорит о будущих скорбях, пророческое слово. Уже в рождественской песне мы знаем, Бог отдавал своего сына и знал, чем все закончится. Он видел Голгофу еще тогда, в Рождество, когда давал своего сына нам с вами. Он видел распятые руки своего единственного. Он видел ненависть людскую и кровь своего сына, которая будет пролита во искупление грехов людских. Рождество было только первым актом страшной драмы. $1.87. Это все, что у нее было, и она отправилась в домик неподалеку, где скупали волосы. А она зашла в эту лавку и подошла к хозяйке, распустила свои волосы и сказала: «Сколько?» Ошалевшая от великолепия ее волос скупщица мгновенно сказала: $20. Такого дара у нее не бывало. $20! Воскликнула в восторге Делла и, не торгуясь, сказала «Да». Очень быстро ножницы, скупщицы прошлись по красивейшим волосам Деллы и по ее единственному имуществу, которое у нее было. Она прибавила $20 к $1.87 и пошла искать подарок своему драгоценному супругу к дню Рождества. Когда она вернулась домой, купив, она обошла много магазинов и нашла то, что нужно было ее возлюбленному. Дело в том, что у Джимми были часы. Это было единственное сокровище у него. Ему достались по наследству великолепные, прекрасные часы. Была одна проблема. И у него не было ремешка, и эти часы висели на каком-то шнурке. Если бы не это,
Их можно было достать в любом самом приличном обществе, и не было бы стыдно. Если бы Соломон, говорит Генри, мог позавидовать при всех своих сокровищах таким прекрасным часам. Но они висели на шнурочке, и он поглядывал на них из-под тишка, потому что не было достойной цепочки. За 21 доллар, оставив 87 центов, она купила классную, красивую, платиновую цепочку для часов своего Джимми. Вернувшись домой, она подошла к зеркалу. «Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась со своей дурацкой прической», молилась она Господу, готовясь встречать своего супруга в канун Рождества. Знаете, искусство красивых упаковок в наш век достигло совершенства. И я как-то недавно был в магазине, огромный магазин перед Рождеством. Так много разной бумаги, красивых оберточных материалов, такие прекрасные ленты, банты, так много, бумага пахнет, великолепные запахи. Недавно начали изобретать говорящую бумагу, поющую бумагу. Ты берешь подарок в руки, и эта коробочка, обернутая такой бумагой, начинает напевать мелодию. В наш век мы достигли абсолютного пика в искусстве упаковок. Не знаю, бывало ли так с вами, но со мной было несколько раз, когда мне дарили коробку, завернутую в великолепные, красивейшие обертки. И сверху были прекрасные ленты и замечательные банты. И, конечно, ты с нетерпением открываешь коробку. И ты развязываешь этот бантик. И аккуратненько снимаешь его. И ты начинаешь снимать бумагу. И ты открываешь большую коробку. И в ней коробка меньших размеров. И тоже красиво завернута. И тоже прекрасную бумагу. И ты разворачиваешь эту бумагу. А в ней коробочка еще меньших размеров. И, ну, еще внушающих тебе надежды. И ты разворачиваешь еще одну бумажечку. И открываешь еще одну коробку. И там лежит открытка. И по твоей последней надеждой остается, что в эту открытку поместилась солидная купюра. И ты с нетерпением открываешь открыточку. А там надпись «Merry Christmas» и ничего более. Ну, конечно, если вы воспитанный человек, и если вы открываете вот это все в присутствии того, кто вам это подарил, конечно, вы воскликнете: «Какая прелесть! Как это великолепно! Как это прекрасно! Как это замечательно и оригинально!» Но если вы с этим подарком ушли домой, и того, кто вам это подарил, уже нет, то, вероятнее всего, вся эта красивая бумага вместе с коробкой и с открыткой полетит в ближайшую корзину. Мы придумали себе странную вещь. Мы говорим, что важен не подарок, а внимание. Знаете, я не люблю дарить подарки своим друзьям по одной причине. Я хотел бы каждому из них. У меня много друзей, слишком много. И я не могу дарить им вещи, которых они достойны.
Многие мои друзья достойны того, чтобы в их день рождения или на Рождество я подогнал им автомобиль и в эту коробочку положил ключи и документы. И не абы какой, мне бы хотелось это сделать, но увы. Я не люблю дарить по этой причине подарки, потому что я не могу подарить что-то значимое для моих друзей чаще всего. Если я не подарю вам на день рождения подарок, то я объяснился. Вы не должны обижаться. Мы привыкли к тому, что можно отделаться просто знаком внимания. И Бог мог в то Рождество просто сказать что-нибудь приятное. Но Он отдал сердце свое под рождественскую елку. Он отдал Сына Своего в то Рождество. Когда она услышала шаги по лестнице, ее сердце бешено колотилось. Она пыталась как-то свою глупую прическу с обрезанными волосами как-то приукрасить, но открылась дверь, она бросилась в объятия ее Джимми, и он обнял ее, а потом отошел на пару шагов, и она начала утешать его. Драгоценный, ты не переживай, они быстро отрастут. Они обязательно отрастут. И это быстро, не волнуйся. Он сказал, куда ты это дела? И ей пришлось объясниться. Она сказала, я купила тебе подарок, продав свои волосы. Нет, подожди, сперва мой подарок, сказал Джимми и положил на стол пакет. Делли накинулась на него и, развернув его, воскликнула «А!» и отпрыгнула от стола. В этом пакете были те самые прекрасные черепаховые гребни для ее великолепных волос, на которые она любовалась не раз. В витрине дорогого магазина. Два боковых, один задний. Те, о которых она не могла даже мечтать. Они слишком дорого стоили. Но она часто смотрела на них, как на что-то запредельное в своих желаниях. Она отскочила и заплакала. Знаете, ценность подарка, она равна жертвенности наших сердец. И в этом плане нет большего подарка, чем тот, который получил этот мир на Рождество от своего Создателя. Бог отдал по максимуму. Он отдал своего Сына. Когда я держал в своих руках в канун Рождества сынишку и напевал ему колыбельную, и услышал этот библейский стих, Бог отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, я сильнее прижимал к груди моего сынишку. Потому что нет ничего более ценного для тебя, чем твое дитя. Я хочу, чтобы мы помнили, что в Рождество Бог подарил миру то, чего нет дороже. Ничего нет дороже. Он подарил своего Сына. Библия много говорит о праздниках и о том, что нам стоит подарить Ему что-то существенное. Нам стоит в рождественские дни, в праздничные дни подарить Ему что-то важное. Что может быть важно для Господа? Если мы читаем Писание, и там много сказано о праздниках, мы можем прочитать, например, вот что. «Не носите больше даров тщетных, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». И перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придете и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Библия говорит, что люди, приходя на праздники к Богу, часто пытались отделаться каким-то небольшим подарком, а каким-то знаком внимания.
Очень многие люди приходят в Рождество, на Пасху, в храмы, чтобы просто напомнить Богу, отметиться, как-то немножко пожертвовать, купить свечи, что-то принести в храм, чуть-чуть, как-то. Боже, вот немножко для тебя. Нам стоит Богу подарить что-то большее, то, чего Он по-настоящему заслуживает, чего Он же. Знаете, есть такая традиция на свадьбы, когда ты идешь на свадьбу, негласно, не писано, что если ты приглашен на свадьбу, то неприлично подарить молодым меньше, чем сумма, на которую ты проел на свадебном пире. Ну, конечно, вы не вычитаете об этом при входе, не будет прайса, не будет сказано, что вот такая-то цена за вход, но это считается неприличным в народном этикете прийти на свадьбу, съесть на 500 гривен и подарить 50. Знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны помнить, что Он подарил нам Сына. Он отдал Единородного. И мы должны помнить, что в ответ Ему подарить пару свечек и 5 минут внимания за год – недостойная, неприличная жертва. И Господь говорит: не приходите напрасно топтать мой дом, мои дворы. Принесите мне сердце. Я отдал вам Сына, и я ожидаю от вас сердце ваше. Я ожидаю веру, я ожидаю любовь, я ожидаю сыновства. Неприлично дать Богу меньше, чем это. Когда она пришла в себя, рассматривая гребни, она сказала: да, дорогой, я же забыла тебе вручить свой подарок. Увы, гребни мне пока не пригодятся. И она достала свой сверток. Она открыла его и протянула своему драгоценному Джимми цепочку, платиновую цепочку за 21 доллар. Джимми, говорит: Джимми, достань свои часы, сними этот жалкий шнурок, посмотри, теперь ты сможешь достать свои прекрасные часы в любом обществе. Джимми, это тебе от всего сердца. Посмотрев на цепочку, Джимми не полез в карман за часами. Он прошелся по комнате, заложил руки за голову, рухнул на кровать и сказал: любимая, нашим подарком, рождественским подарком придется подождать. Я продал свои часы, чтобы купить тебе черепаховые гребни. Заканчивая этот рассказ, Генри пишет вот такие слова. Дары, которые волхвы принесли младенцу Иисусу в яслях, принесли мудрые, удивительно мудрые люди. И дары их были удивительно мудры и наполнены смыслом. Может быть, даже предусмотрено и оговорено было право обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам историю о двух глупых детях из 8-долларовой квартирки, которые самым немудрым способом пожертвовали друг для друга самым дорогим, самым великим сокровищем, которым они обладали. Но да будет сказано мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары истинно мудрые, лишь подобные им везде и всюду, они и есть волхвы. Рождественские дни, когда Бог отдал нам своего Сына, нам стоит положить под рождественскую елку не меньше, чем свое сердце.
Сердце под рождественской елкой – это то, что ожидает от нас наш Спаситель. Эти ребята отдали друг для друга самое дорогое, и они и есть волхвы. Иисус, Сын Божий, дан нам на эту грешную землю, на Голгофу, под насмешки нас, грешных людей. И нет ничего более дорогого, что мог бы сделать для нас Бог. Недостаточно, абсолютно недостаточно отделаться визитом на Рождество в церковь. Недостаточно просто отметиться в присутствии Божьем. Благодарность Богу стоит выразить в покаянии и в том, чтобы свое сердце принести к Нему и положить у Его ног. Это и только это есть достойный дар в рождественские дни для Создателя и Спасителя мира. Когда я держал в канун Рождества своего сына на руках, и когда я пел ему рождественские песенки, в моем сердце звучало: Бог отдал сына. И это то, что должно прозвучать сегодня в сердце каждого человека. Бог отдал сына ради тебя и меня. Нам стоит отдать ему свои сердца, отдать ему свои судьбы, отдать ему свои надежды, свои радости. В конце Евангелия написано, сие написано, дабы мы имели жизнь во имя Его. Нам стоит положить свое сердце под рождественскую ель Иисусу Христу. И меньшее является неприличным. Иисус, я прошу Тебя, чтобы в праздничные дни сердца людские не просто вспоминали о Тебе в суе. Я прошу, чтобы в великие рождественские дни сердца людей повсюду, Твоих детей, были достаточно благодарными, чтобы отдавать самое дорогое, что у нас есть. Господи, и я молю Тебя, чтобы каждый из нас посвящал Тебе жизнь, чтобы обновились наши обеты пред Тобой, чтобы обновились наши посвящения, чтобы наши души были в подарок Тебе, в покаянии, в Твои руки, потому что Ты отдал Сына. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя и славлю. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.